Анонс источника выхода 405 серии турецкого сериала «Плен». 405 серия сериала выйдет в эфир 20 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Хира все еще старается скрыть от Архуна правду. Мужчина сам приходит к врачу, чтобы навестить его. Во время разговора с доктором Архун видит входящий звонок от матери. Когда он берет трубку, то слышит ее слова о сообщении, которое врач должен был получить. Он дает матери понять, что она говорит именно с ним. Этот момент заставляет Афифа испугаться. Она понимает, что оказалась в яме, которую сама же и вырыла. Когда Хира возвращается домой, Афифа интересуется, что она делала у врача. Однако Хира не собирается давать ответы на ее вопросы. Архун старается выяснить, что они все от него скрывают. Азиз обещает Элиф, что убьет ее, если она как-то навредит его отцу. 405 серия сериала выйдет в эфир 20 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.